Ну, цена у нее 820. Сегодня полная замена. Красотка трикотажная, 330, 150 я бы ее забрала. Такая 1050. Ну это какое-то национальное, восточное, прям такое все. Сколько работы, просто вообще. Нет, какая джутова сумка. Не знаю, какая цена. Что хочу показать. А, сейчас вот 220. 220. Вот такие сумки. Вот такая веселенькая сумочка. Вот симпатичная. Вот симпатичная. Тряпочная. Еще что-то тут на ней написано. Интересно. Прошу прощения, все с одной рукой. Уже под носом увидела красивый. 170. Между прочим, она прям новая сумочка. Это симпатичная сумочка, но она клеенчатая. Я так думаю. Сколько же они за нее хотят? 380. Тоже в очень хорошем состоянии. Между прочим, веселенькая летняя сумочка. Но если ей много лет, и если она не кожаная, я не особый специалист, прям так сейчас, нет, это клеенка, то она может очень быстро прийти в негодность. Но смешная. Смотрите, какой красивый шарф. Очень красивый. Такой огромный. Просто громадный. Ну да, 1050, натуральный шелк. Красивый. Текстиль, ну не знаю, мне непонятны такие высокие цены в секонд-хенде. Спальные мешки. Вот тут развалы. Ну тут можно что-нибудь вырыть. Но у меня нет желания рыться. Все, пошла домой, показала. Что-нибудь показала. Корона. Старые подушки по несусветной цене. О, сумочки еще. Вот это огромная симпатичная. Ну, это клеенка. Цена 440. 440. Вот так достаточно был. Это под страуса. Старенько. Вот для девочки. Рюкзачок. Ну, кошелечки. Все, пока. 20% скидка и всего 90 рублей минус 18. Видите, какой свитерок симпатичный. Это 500. Смотрите, что там так махировый, симпатично, не передает цвет. Не передает цвет. Он, конечно, больше, чем на 164 рус. Симпатичный. Вот такой я не люблю. А ну-ка. Вон какой. SSI-греечка, я извиняюсь. 380 минус 20%. Ну, такое я не люблю.
любые, я люблю только носки. Хотя, в принципе, свитерок симпатичный. Так, ну тут, тут больше ничего интересного. Акриловый он, что ли? Не вижу ни папы, ни мамы. Ну, вот такие свитерки у нас. 140. Ну, как для лоскутика дорого, но лоскутик симпатичный был бы. Баночки интересные. Бархатные спортивные штаны в отличном состоянии. В отличном. Но цена 500. И вот такая. Видно. Рубашуля трикотажная. Но я понимаю, что это боха. Но как-то я равнодушно. 170 минус 20%. Какая идеальная. Детского много, красивого. Просто идеально. Сколько стоит, не вижу. 280 минус 56. Ну, какие штанишки. Вот симпатичная курточка для мальчика. А, она совершенно новая. Сколько же она стоит? Всего-навсего 90. Вот, пожалуйста, комплектом штанишки. На мальчишечку. Ой, какие джинсики. Детская просто чудесная. Просто чудесная. Шортики. Ой, чтобы не упала. Чтобы не упала. Она тоже. Тоже стиранная. Ну, детская, конечно, всегда идеально. Прям можно найти. Смотрите, какой красивый. Сейчас буду искать цену. О, где-то отскочила. Сейчас поищу, сколько стоит. Хочу показать, какие висят. В идеальном состоянии. В идеальном. Вообще одевали их, не одевали. Гляньте, какой красивый. Чудо какое. Два, что я забыла? Забыла поснимать. 250. Вот это как капюшон застегивается. И вот это вот такая классная штучка. Ну и судя по состоянию, новая сумка очень симпатичная. 385 без скидки. Минус 20%. 300 с копейками. Если почему у меня кожана есть натурально. И вот подделка. Ну, 2500, что-то такое. Я так позаглядывала, это имитация. И когда-то был симпатичный поясок. Сейчас, ну, очень винтажный. Прям, честно, мусор. Кто-то из Египта привез вот такую 220 подушечка. Сколько же ты стоишь? Интересная сумочка. 1850. Ну, очень симпатичная. Посмотрю, сколько стоит. Вот это минус 720. Никаких опознавательных знаков, но симпатично. Молодежненько.
Как я могу не заснять такую вещичку интересную, гляньте. Прям такая симпатичная. Симпатичная. Тоже очень симпатично. Сейчас посмотрю цену. Сейчас посмотрю. Ой, упустила. Сейчас посмотрю, скажу. Цена этой серенькой 220 минус 30%, а это 380 минус 30%. Гляньте, какая она девочка. С хомутом 140 рублей минус 30%. Очень славная, в отличном состоянии. Только не вижу ее опознавательных знаков. Сегодня полная замена товара. Ну, посмотрим, что тут. Здесь все фиксированные цены. Я сегодня с помощницами. А детей снимать нельзя. Они ввязались со мной погуляться. Видите, какой классный. Что значит глаз алма? Сразу пришла, сразу на наши любимые причандалы попала. Это бархат какой-то интересный. Гляньте, для тех, кто шьет винтажных мишек. Бархат на хлопке, громадный кусок штора, видимо. Просто бомбец. Но сегодня еще очень дорого. Я бы даже купила, чтобы просто полежала. Вдруг я когда-нибудь начну шить мишек. Куртка мне вот эта очень понравилась. 7500 рублей. Такая фирма. Такая классная куртка. Вообще просто. Он тяжелый очень. Классно. Классная идея. Классная идея. Как бы вот так заснять весь. Такой классный.